Книги серии «Библиотека ярославской семьи» вошли в шорт-лист 24-го Всероссийского конкурса Ассоциации книгоиздателей России. То есть оказались в числе претендентов на звание «Лучшие книги года». На конкурс было выдвинуто более 600 изданий из 45 регионов. Из них жюри отобрало 85 книг в шорт-лист. В номинацию региональных проектов попали 9 книг «Библиотеки ярославской семьи», посвященных православной истории края и его природе. Конкурентами ярославцев по номинации будут издания из Нижнего Новгорода, Казани, Воронежа, Архангельска и Саранска. А победители конкурса объявят 25 июня в рамках Московского фестиваля «Книги России».